Для создания первой слэдж-хоккейной команды в области специалисты Новосибирского центра адаптивной физкультуры и спорта не случайно выбрали именно Бердск. В нашем городе отношение к спорту особое, и создаются все условия для занятий. Сегодня в ЛДС Бердск первая детская слэдж-хоккейная команда «Сибирский лис» отметила свой первый день рождения. Впервые на бердском льду встретились профессиональные хоккеисты клуба «Сибирь», юные спортсмены хоккейного клуба «Кристалл» и слэдж-хоккеисты «Сибирского лиса». Подробнее об этом хоккейном празднике мы расскажем вам на следующей неделе. Слушают зрители и вынимают команду. Булитры игрокам